удар. Расстроен игрок поражением в прошлом матче. Идрисов. Отличное обманное движение совершил и забивает 1-2. Мэс идет к очередной уверенной победе. Смещение, удар и 4-1. Итоговый счет. Тренеры ротируют состав для того, чтобы команда была максимально готова к концовке. Получился длинный заброс у Кульбакина. Отличная скидка и удар. Великолепная атака. Мельникова здесь забыли. Пролог не успел, не добежал. И Татнеев забивает 1-0. Не совсем понятно, как мяч просочился через стенку. В первом тайме единственное, что можно отметить, это нарушение правил. Единственный гол был, а вот теперь второй гол. 1-1. Разыгрались. Удар мощнейший. Вот месть за тот грубый фол. И 1-0. Русал выходит вперед. Инлайн неплохой контроль мяча показал. Вот сейчас уловок был на паркет Росикина. Удар очень точный получился. Редкий момент, когда Лайф на чужой половине поля. И забивает. 1-2. Не все потеряно.